В России давно ведутся разговоры о легализации оружия. Считается, это должно помочь в борьбе с преступностью. Но проблемы могут возникнуть при его использовании неподготовленными людьми. Поэтому сотрудники МВД стараются ограничить его использование. Об этом рассказали на специальной пресс-конференции. По мнению сотрудников правоохранительных органов, важно, чтобы оружие не оказалось в случайных руках и было использовано только в рамках закона. Поэтому получить лицензию на покупку стало сложнее. Одно из условий – необходимо пройти курс обучения. Если раньше разрешение лицензии выдавались после собеседования с сотрудником лицензионной расширительной работы, то в настоящее время у нас проходит обучение граждан. Значит, без данного вида обучения гражданин не имеет права получить лицензию на право владения, ношение данным оружием. Соответственно, он проходит 8-часовой курс, который определен Министерством образования, согласованная данная программа с МВД. После прохождения подготовки, соответственно, представляет нам данное свидетельство, проходит медицинскую комиссию. Изменился и возраст, когда можно купить оружие. Теперь приобрести оружие можно будет только с 21 года. Исключение составляют лишь военнослужащие. Со 2 августа вступил в силу закон, который предусматривает ответственность за ношение оружия в состоянии опьянения. Ужесточение требований – не единственный метод сокращения случаев с неосторожным использованием средств самообороны. С этого года действует программа добровольной сдачи оружия и боеприпасов, которая предусматривает вознаграждение. Или гражданин, самостоятельно узнав, приходит в органы внутренних дел, сдает данный вид оружия или боеприпасов. При этом он освобождается от уголовной ответственности за хранение данного вида оружия. Гражданину перечисляется та или иная сумма вознаграждения за сданное оружие и боеприпасы. Значит, в прошлом году граждане сдали 23 единицы оружия на территории республики. В этом году уже гражданам издано 36 единиц оружия на возмездной основе. Новые положения закона ужесточают контроль за выдачей лицензии на оружие, а также снимают уголовную ответственность за сдачу органам полиции. Могут привести к тому, что в скором времени им смогут пользоваться только подготовленные, считает Владимир Луговских. А это исключит незаконное использование оружия и обеспечит безопасность людей. Сергей Адушкин, Николай Яковлев, Республика.